К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздейтеми руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможе мне и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века».